Скшинецкий. Неплохая атака. Посмотрите, есть свободное пространство и есть свобода выбора. Сенько Валерию почему бы не пробить? И бьет Сенько. Хороший удар. 1-0. Валерий Сенько. Браво! Вот это голешник. Валерий Сенько. 1-0 в пользу Дзержинского Арсенала. Событий. Ну, а уже на 13-й минуте у нас Арсенал впереди. Хороший гол, как говорят в хоккее, да, судьи. Ну вот действительно очень хороший гол получился.